Приветствую вас, друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Я давно обещал снять выпуск, посвященный гибкости. И, наконец-то, с удовольствием это делаю. Скорее всего, это будут даже два выпуска, посвященные продольному и поперечному шпагатам, а также теоретической части, что мешает растянуться. Что же такое гибкость? Гибкость – это способность человеческого тела совершать движения с большой амплитудой. Сухожилие за год можно вытянуть на несколько сантиметров, а гибкость тазобедренных суставов увеличивается за тот же год на несколько миллиметров. Поэтому я призываю достаточно скептически относиться к большому числу роликов в YouTube, которые обещают посадить у вас шпагат за месяц, 5 упражнений, и через месяц вы сядете в шпагат. Это ерунда. Для упражнений на гибкость существуют 3 основные методики, которые люди используют во время тренировок. Это статическая растяжка, то есть когда вы принимаете какую-то позу и находитесь в ней неподвижно. Динамическая, то есть махи всевозможные. И проприоцептивные, то есть сокращение, расслабление. Сокращение попеременное, мышцы, расслабление. Именно третья методика наиболее эффективна, когда вы дотягиваете шпагат, когда вам остается до пола сантиметров 10. Собственно, почему так тяжело растянуться? Почему так тяжело сесть на шпагат? Дело в том, что шпагат – это потенциальная травма. И когда мы начинаем садиться до критической точки, наши мышцы напрягаются и не пускают нас. Секрет в дыхании, в расслаблении. Дело в том, что выполнение монотонной работы, сидение за рулем, сидение за компьютером, и наша нервная система подбирает длину мышц, которая наиболее удобна именно для выполнения вот этой работы. Не просто подбирает, а старается удерживать ее любым путем. Чтобы растянуться, вам потребуется терпение, упорство. Вы должны посещать класс стретчинга или йоги 2-3 раза в неделю, либо заниматься дома, получив предварительные рекомендации у тренера. Настраивайтесь примерно на год. Вот это тот срок, за который можно, напрягая себя, но не сильно, без травм, сесть в шпагат. Можно ли как-то сократить или облегчить себе жизнь? Можно. Давайте разбираться. В человеческом организме существует ряд рефлексов, которые призваны облегчить нашу жизнь. Без отвлечения мозга на всякую ерунду. Ну, то есть моргание глазами в ответ на размахивание у лица руки или какого-то предмета – это рефлекс, который призван защитить наши глаза. Точно так же, когда мы садимся до критической точки, сокращение мышц – это рефлекс, который призван предохранить их. Так вот, рефлексы образуют иерархию, и одни из них могут отменять другие. То есть мы должны убедить нашу нервную систему в том, что новая длина для нас безопасна. Естественно, сделать это только путем размышлений не получится. Нужны занятия, но вы должны посещать занятия и пытаться удерживать в памяти вот эту вот новую, непривычную для вас длину мышц и убеждать себя, что она безопасна. Причем для лучшего запоминания существует 2 способа – экстенсивный и интенсивный. В чем между ними разница? Экстенсивный способ запоминания – это, ну скажем, запоминание телефона вашего начальника, когда вы вынуждены ему звонить несколько раз в день, и за неделю, за 20-30 таких звонков вы непроизвольно выучиваете телефон наизусть. А интенсивный способ – это запоминание телефона девушки, понравившейся вам в метро,
когда вы забыли свой телефон дома, у вас нет ни бумаги, ни ручки, чтобы его записать, и вам приходится напрягаться и очень интенсивно удерживать в голове эти цифры до тех пор, пока вы сможете куда-то их перенести. То есть вот эта связь мышцы-мозг-мозг-мышцы, она работает. И, допустим, в бодибилдинге, когда вы занимаетесь и представляете, как ваши мышцы увеличивают свой объем, как они растут. И в стретчинге, когда вы пытаетесь растягиваться и представляете, как ваши мышцы тянутся, тянутся, тянутся. Как я уже говорил, гибкость – это способность человеческого тела совершать движения в суставах с большой амплитудой. И зависит она от пластичности и упругости связок, сухожилий и мышц. Но поскольку связки соединяют между собой кости напрямую и не участвуют активно так в процессе, то я предлагаю их отдельно не рассматривать, а рассматривать систему сухожилия, мышцы сухожилия. Для более короткого обозначения давайте назовем ее системой СМС. Внутреннее волокнистое устройство мышц и сухожилий похоже. Однако с точки зрения упругости мышца более похожа на резинку, а сухожилия на веревку. С помощью сухожилий мышцы крепятся к костям и совершают работу по сгибанию и разгибанию суставов. Мышцы не умеют толкать, они могут только тянуть. Для того, чтобы произвести работу, противоположную притягиванию, мы используем мышцы-антагонисты. Есть разные мнения насчет того, что и как происходит во время растяжки. Лично мне более близка следующая теория. При каждом упражнении на растягивание может создаваться небольшая остаточная деформация, которая происходит во всей системе СМС. И происходит она за счет разрыва части волокон. То есть система либо возвращается в исходное состояние без изменений, либо растягивается вот как раз за счет этого микроразрыва. Причем первыми рвутся неправильно структурированные волокна, образовавшиеся либо в результате прежних травм и неправильного их сращивания, либо в результате каких-то природных особенностей. Таким образом, за счет упражнений на гибкость мы структурируем свое волокно, выращиваем хорошее и разрываем плохие, неправильные волокна. Причем остаточная деформация накапливается как в мышцах, так и в сухожилиях, но за счет того, что мышцы больше похожи на резинку, процесс восстановления и сращивания занимает 7-10 дней. А вот процесс восстановления и сращивания сухожилий занимает 2-2,5 месяца, в 70 раз больше. Поэтому сколько-нибудь видимые результаты с тех пор, как вы начали тянуться, раньше 2,5 месяцев ждать, увы, не приходится. На этом я предлагаю теоретическую часть закончить и перейти непосредственно к практике, к продольному шпагату. Для того, чтобы сесть на продольный шпагат, мы должны растянуть заднюю поверхность ноги, той, которая будет у нас впереди, переднюю поверхность ноги, той, которая будет сзади, и пахи. Перейдем непосредственно к практической части. Я вам покажу небольшое количество упражнений, которые лично я сам испытал на себе и на своих учениках, и которые доказали свою эффективность. Естественно, перед тем, как вы будете их делать, необходима разминка. Она может быть любая, и бег, и прыжки на скакалке, и бурпи. Но обязательно я вам рекомендую размять коленные и тазобедренные суставы отдельно. Для коленей это круговые движения. Влево-вправо,
поочередное сгибание, выпрямление ног. А тазобедренные суставы можно размять вот такими вот круговыми движениями внутрь и наружу. Итак, первое упражнение – это глубокий выпад. Причем в первом варианте, для того, чтобы мягко потянуть четырехглавую мышцу бедра, я бы предложил это колено опустить на пол. Таз мы стараемся подать вперед. И в этом положении совершаем такие небольшие повороты влево, вправо. Это не сам выпад, это предварительная поза, подготовка. Непосредственно сам выпад, первое упражнение. Одна нога согнута в колене, примерно под углом 90 градусов, вторая прямая. Причем пятка прямой ноги стремится в пол, то есть я одну ногу толкаю назад, а вторую вперед. А таз стараюсь опускать вниз, провисать. В этом положении нужно постоять подольше. То же самое можно сделать наклон вперед, потому что стоять долго тяжело. Прогнуться назад, поскручиваться влево-вправо. Можно поставить перед собой какую-то опору, стул, и либо даже два. Опираясь на эти стулья, удерживать эту позу несколько минут. Тогда будет эффект, тогда будет толк. Дальше мы ставим ноги чуть ближе, ложимся ребрами на бедро впереди стоящей ноги и начинаем ее потихонечку выпрямлять. Вы будете стремиться наклониться как можно ниже, и вот чтобы избежать позиции такой, когда у вас голова стремится к колену, эта техника, эта методика как раз работает. То есть вы стараетесь растянуть спину, ребра прижать к бедру и, не отрывая их, потихонечку ногу выпрямлять. В идеале вы должны сложиться полностью к ноге. И вот этих первых двух упражнений достаточно для того, чтобы вытянуть заднюю поверхность ноги. Мы потянули заднюю поверхность ноги. Теперь будем тянуть переднюю поверхность четырехглавой мышцы. Они по жизни все время находятся в тонусе, потому что мы поднимаемся по ступенькам, приседаем. То есть они все время совершают работу. Напрягаются. Как их расслабить, растянуть? Одно из самых эффективных упражнений. Для этого, правда, вам понадобится коврик, потому что ногу нужно будет поставить коленом на пол. Причем колено, смотрите, должно стоять вплотную к стенке или к плинтусу. Опираясь на стул или табуретку, вторую ногу поставить согнутой в колене под 90 градусов. Вот в этом положении нужно просто постоять. Будет нелегко. Можно наклониться вперед. Можно взять какую-то книжку, почитать. Потому что тянуть будет здесь, особенно у тех, кто не занимался никогда растяжкой, не милосердно. Затем нужно потихонечку стараться выпрямляться. Может быть, это будет у вас получаться не за один раз. Пододвигать ногу ближе к себе. И в результате вы должны полностью прислониться к стенке. Можно руки поднять за голову, можно опустить вниз. Это не так важно. Важно, чтобы вы старались, опять же, не головой дотянуться до стенки, а
всем верхом спины. Растянуть четырехглавую мышцу бедра сложно. Четырехглавая мышца. Большая, крупная. Поэтому специально для тех, кто смотрит этот выпуск, я показываю секретное упражнение. Оно требует партнера. Смотрите, иногда в классах растяжки демонстрируют такую позу и заставляют пятку прижимать к ягодице. Оно, в принципе, неплохое, но оно не так эффективно растягивает четырехглавую мышцу бедра, как то, которое мы с Леной покажем сейчас. Смотрите, партнер фиксирует вашу ногу и берет вас за плечи, толкает ваше бедро вниз к полу, а плечи тянет наоборот на себя. Очень хорошо прорабатывает именно четырехглавую мышцу бедра. На моем классе по стретчингу люди после исполнения этой позы уползали и плакали. Мы растянули переднюю поверхность, мы растянули заднюю поверхность, и, скорее всего, вам не хватает до шпагата сантиметров 10-15. То есть вы на верном пути, но вот эти вот 10-15 сантиметров будет дотянуть сложнее всего. Поскольку именно в начале упражнения получаются легко, у вас гибкость прогрессирует, вы садитесь все ниже, 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 а вот эти последние 10 сантиметров не даются никак. И для того, чтобы дотянуть пахи, нужно использовать как раз проприоцептивный метод, о котором я говорил выше, метод постизометрической релаксации, напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Как дотягивать пахи? Самое сложное. Для этого нам понадобится два стула и коврик. Я предложил бы следующее положение ног. Точно такое же, как в выпаде. То есть мы ставим ногу на пальцы и пятку толкаем в пол. И вторую ногу тоже на пятку. В этом положении вы разъезжаетесь настолько, насколько можете. Опираетесь на стулья. А дальше начинаете напрягать мышцы так, чтобы вы приподнимались. Расслаблять их. Можно даже немножечко покачаться, провиснуть, но очень аккуратно. Опять напрячь мышцы, можно все. Расслабиться. Напрячь мышцы, расслабиться. Это первое упражнение. Ну, еще одно упражнение, не менее эффективное для того, чтобы дотянуть пахи, но для него нам нужен партнер. Вы принимаете положение максимальное, которое вы можете. Аккуратно. И зовете партнера. Партнер наступает вам на верхнюю часть бедра, туда, где заканчивается ягодица. Вы подаете ему сначала одну руку, потом вторую. Он толкает ваш таз вниз, руки поднимает наверх. Партнер должен уметь это делать аккуратно, чтобы вас не травмировать. В этом положении нужно постараться посидеть. И, собственно говоря, вот
воля. Итак, последнее, но по значимости, наверное, самое важное. Ребята, я вам желаю удачи в упражнениях, но постарайтесь не делать их активно. Постарайтесь не толкать себя в пол. Постарайтесь не растягиваться изо всех сил. Это путь к травмам. Постарайтесь это делать спокойно. Здесь достаточно уместна аналогия с женщиной. Насилие, конечно, возможно для достижения результата, но гораздо легче будет с ней договориться. Цветы, шампанское, расслабить ее. Точно так же постарайтесь уговорить свой организм. Постарайтесь расслабить свою систему СМС, тогда все у вас получится.